все, что обещали. Здесь тепловизоры, рации, бинокли и много полезной техники для наших бойцов. Передаем, гордимся и ждем с победой. Спасибо большое. Спасибо. От чистого сердца спасибо. Когда от брата родного слышишь, что необходимо, это, так сказать, эффективнее воздействует и мобилизует тебя, так скажем, внутренне. Я просто удивился чрезвычайно, насколько люди наши сердобольны, милосердны и свои копеечки, свои кровные денежки переводили в помощь нашим бойцам. Нашим людям нет равных. Хотел сказать еще спасибо вам за то, что вы делаете для нас, для наших детей и для нашего будущего. Это не просто слова, это то, что лежит на сердце и выражается в крайней степени благодарности. Низкий вам поклон. Возвращайтесь и будьте здоровы. Спасибо вам. Русские, с нами Бог.